Я вітаю вас, друзі, в ефірі телеканалу «Погляд». Це програма «В об'єктиві» і з вами Ольга Борсук. Ось в мене в руках книга «Світ прянощів і спецій». Не випадково, адже сьогоднішню тему ми обрали «Як зміцнювати імунітет за допомогою спецій». Як крихітні зернятка, трави, прянощі можуть допомагати людям бути бадьорими і сильними. А в цьому нам допоможе розібратися відомий експерт з аюрведи. А, власне, голова громадського організації «Україна-Індія» Олег Торгало. Пане Олеже, здрастуйте. Вітаю вас. Дякую, що запросили. Це насправді завжди цікава і актуальна тема. І сьогодні ми поговоримо об основних спеціях, яких вже так или іначе вони появились у наших соотечественников и уже плотно засели на многих кухнях наших хозяек. Ну и поговорим сегодня не с кулинарной точки зрения, которая тоже невероятна, а поговорим как специи, как средство баланса, как специи, как лекарство. Вот, знаете, такая кухонная аптечка. Обов'язково, звичайно, тому що хочеться знати поради. А я знаю, що ви навіть п'єте чай зі спецій. Що входить у ваш цей чай із спецій? Ну, я вам клянусь, дорогі зрителі, ми не договарювалися об этом, но у мене якраз є чай. Я вам просто продемонструю, понимаете, я його беру даже всегда з собою. Вот это просто как и напиток. Вот, смотрите, да. Такая, и тут у меня кориандр, кардамон, тмин, зира, бадьян, тут у меня имбирь сухой, потому что в лечении больше используется не свежий имбирь, а сухой, вот, то есть он больше спектром таких целебных действий обладает. И вот, вот этот набор я вожу с собой постоянно, чуть-чуть гвоздики. Также есть чуть-чуть тмина. То есть вот это вот тот напиток, который не просто вкусен, а который дает просто такой спектр аминокислот, витаминов, вот жизненной силы. Потому что прежде всего специи – это растение силы, вы понимаете? То есть во все в этом создании, ну, какой-то находится градации. И вот специи, что такое специи? Это правильно было пряности. Пряности, вот о которых мы говорим, то есть это короли мира растений, которые в себе настолько много сосредоточили вот, вот, этой, вот этих всех сил, вот всех энергий природы, как вкусы. То есть аюрведа – это как, знаете, это как аюрведа – это как биология, то есть знание о природе, как о живой природе. И она оперирует как наука такими, такими качествами, как, например, вкусы, такими качествами, то есть как… ну, как, например, тяжелый, легкий, горячий. Навіть потрібно так, от я знаю, що треба, щоб було дуже багато смаків, здається, 6 смаків, щоб були присутні. Там і гіркий, і кислий, і солоний, і солодке, і гіркий, і навіть в'яжучий смак. От цікаво, в'яжучий, це який, це що тоді треба їсти? Ну, наприклад, це черемуха, или, например, гранати із таких доступних. Знаєте, от після, или хурма, особливо, коли вона не зріла. Терпкість, ну, очевидно, що була, так? Ну, також содержиться і в зелені. І от, понимаете, от, например, здоров'я во многом зависит, наскільки в нас з їдою поступають эти вкуси. Понимаете, і от, например, такі вкуси, як у нас дефіцит горького, это очищающий вкус. И у нас на самом деле дефицит острого. То есть потому что все боятся острый вкус. И действительно, они когда говорят острый, для них это сразу представляется там какой-то жгучий перец, карри, который там... А на самом деле есть вот те специи, которые у меня тут в моем чае. То есть это тоже специи, в них тоже присутствует острый вкус. Но за счет других
вкусов, то есть он приводится в баланс, и то, что он не находится в таком количестве, чтобы вот какой-то нанести вред организму. Угу. И вот наши люди вот незаслуженно как-то вот, ну, западные люди, скажем так, незаслуженно вот обходят специи просто как отличный инструмент для баланса именно и получения вот тех всех необхідних веществ. Давайте тоді зараз і пройдемося, принаймні спробуємо встигнути хоча б по основних спеціях. Єдине, що от, що я хотіла сказати про цю книжку, тут написано, що з точки зору аюрведи продукти харчування, трави, прянощі, спеції схожі, ну, російською тут сходне, очевидно, схожі з точки зору енергетики, і їх розгляд може базуватись на одних і тих самих принципах. Тобто настільки ж важливо, наскільки продукти харчування вживати хороші, так і спеції. Я правильно це розумію, пане? Да, вы вот коснулись на самом деле такого вот важного момента, например, как качество специй. Я, как, например, специалист, эксперт в этом направлении, я вижу просто, какой часто мусор продается в упаковках даже под какими-то более-менее известными брендами. То есть я вижу, какой мусор часто продается даже у тех представителей Востока на рынках, понимаете. Есть такие, то для разбирающих продаются, для разбирающихся, а есть это, то есть у нашего народа нет культуры ни потребления, ни выбора, ничего. На самом деле, я вам скажу, вот по аюрведе 80% болезней они вызываются вот неправильным пищеварением, то есть нарушением вот в нашей пищеварительной системе, то есть начиная там от желудка, пока тонким кишечником, толстым, то есть где-то, когда происходит сбой, оно вылазит, не, то есть проблема потом проецируется не только на сам кишечник. То есть будут проблемы с толстым кишечником, будут проблемы, например, с суставами, будут проблемы с сосудами, будут проблемы с ногтями, волосами, там, со всего, вот, с такими вот моментами. И мы должны всегда вот балансировать свой пищеварительный тракт. И мой учитель говорит, что 80% болезней, они вызваны вот нарушением вот в пищеварении. И что тут мы берем дальше? И он говорит, что 80% проблем с пищеварением, говорит, мы можем вылечить только одними специями. Ну, вот этими пряностями. Я тоже, ну, в Индии говорим специи, потому что spicy, вот специи переводится. Ну, вот еще раз напомню, что правильно говорить пряности. Вот, и вот, кстати, какой огромный потенциал вот есть вот в этих пряностях для того, чтобы вот восстановить нам пищеварение. Тоді, я думаю, пане Олеже, що наші глядачі, слухачі вже, напевно, просто чекаючи, думають, ну, нарешті зараз прозвучить так, які ж спеції конкретно для чого, коли можна застосовувати. Звичайно, ми всі не встигнемо, для цього треба читати книжки, інтернет, але теж правильну літературу, вірну. Правда? Давайте почнемо. От куркума. Скільки її можна вживати? Для чого? Куркума – это один из лучших в природе адаптогенов, очистителей крови, лучших таких антисептиков, это антиаллергенов. То есть вот, ну, только там несколько растений, которые действуют очень быстро. Вот, например, при аллергиях это, например, куркума. Куркума – это корень красоты. И, то есть некоторые женщины иногда жертвуют там день-два, никуда не ходят, и они наносят куркуму на лицо, просто желтое лицо очень. Куркума – это растение, которое вот само по себе, оно растения, вот его вот такие толстые корни, то есть вот на вид видно то, что вот они вот сами по себе вот несут вот эту силу. Также вот куркума именно хорошо как принимать, как и источники витаминов и микроэлементов, которые и там, ну, вы знаете, сколько там всего содержится? Куркума лечит отлично для печени, но не при воспалительных, а больше при застойных болезнях печени и при застойных, вызванных сухостью, вот, когда вот там, ну, уже серьезные проблемы. То есть вот куркума хороша для зрения. Куркума вот чистит вот нашу лимфу. Понимаете, это растение,
ну, это вот пятерка. Я, знаете, я специально вот поинтересовался к потреблением специй в Индии. Ну, я в эту тему погружался именно. И вот куркума, она стоит вот с имбирем, они вот на первых местах. То вот имбирь, также вот горошек, также кардамон. Пане Олеже, ну, але дивіться, от ви сказали стільки хорошого про куркуму, наприклад. Та? Якщо людина просто кидає куркуму там, в плов або в іншу якусь страву, крім того ж, вона переварюється, так? Піддається гарячій обробці. Знову ж таки, чи впливає це тоді, якщо хоча б не для лікування, то для профілактики якихось захворювань, або, знову ж таки, для зміцнення того ж імунітету? Куркума отличная, понимаете, вот при всех своих, вот, это вот такое растение-парадокс, то есть в нем содержится, оно и улучшает пищеварение, и в то же время, ну, поднимает огонь пищеварения, и в то же время снимает воспаление, понимаете, за счет чего, за счет, там у нее присутствует острый вкус и присутствует горький вкус. И если, ну, и горький вкус вот в куркуме присутствует в достаточном количестве. И вот это одна из немногих специй, которые можно вот и нужно употреблять при каких-то вот даже гастритах. Вы понимаете, то есть она будет, это растение баланс. Это, то есть вот и тем, у кому надо подать огня, то есть можно, ну, все болезни, или не хватает огня, или его слишком много. И тем, которым надо уменьшить это количество огня. Вот настолько вот это уникальное растение. И в таких, например, противопаразитарных, это, например, при каких-то отравлениях. Это вот первое, я когда путешествую, у меня куркума всегда с собой. Но хотел сразу сказать, то есть, например, если при приготовлении блюд там будет достаточно, ну, я говорю о хорошей, та, которая там, я видел иногда на рынках, там надо, наверное, ее там хороший половник, а так вообще там, ну, чайную ложечку на большую кастрюлю там, ну, там риса, все вот, и она уже даст, но это больше мы рассматриваем как кулинарное, ну, вот, назначение куркумы. А если мы собираемся лечиться куркумой, если мы собираемся очистить кишечник от паразитов, если мы собираемся, то есть очистить его от слизи, от холестерина, вот, ну, улучшить вообще вот все, вот, ну, вот весь этот процесс, который там происходит у нас в пищеварении, то употреблять надо как минимум чайную ложку. И это вы должны понять, вот это очень важно. Некоторые просто, ну, они не работают специи, что вот я ем там куркуму, ну, а сколько вы ее там кидаете? То есть на кончике там ложки, там на тарелку, образно говоря, попадает. То есть это не терапевтическая доза. Например, ну, я разумею, что, напевно, если вот, хотите, да, детальнейше, тогда треба говорити безпосередньо з лікарями. Але от якщо ми зараз от ви в ефірі сказали, так, то все-таки треба сказати, а чи є протипоказання? Тому що ми повинні розуміти, що хтось почне їсти ложками, а може не можна людині. Звісно, є такі состояния, які, ну, вот чем круче растение, тим більше вот у нього діапазон воздействия, що вот широта применения. И как раз вот куркума – это то растение, которое поможет, образно говоря, там из 10 9 человекам. То есть она будет вот как вот этот баланс. Но, например, я думаю, при каких-то там гормональных проблемах, ну вот это какие-то могут быть вот тяжелые состояния, где действительно, например, там, или лечить рак, например, куркума – это один из лучших методов профилактики онкологии. То есть это уже есть десятки работ, которые, ну, современных ученых вообще, что такое куркума и вообще как она влияет на здоровье. Вы знаете, вот даже есть современные средства, которые продают эту куркуму там в 1000 раз дороже в таблетках. То есть она показала вот свои качества. Ну, сказать, что вот куркума лечит онкологию, это, конечно, будет неправильно и смешно. То есть она помогает организму вот при серьезных проблемах. Власне, ми говоримо про профілактику і про те, як брати з цих спецій, так і прянощів найкраще. Пане Олеже, добре, а кардамон, ви вже згадували кардамон, так? От романтично, красиво так звучить, кава з кардамоном. Ну, але я вам скажу, він із перловкою дуже смачний в супі. Верніше, перловка, да, з ним, з кардамоном. Вот,
А знаете, за счет чего? Смотрите, вот мы знаем, он может, из него могут быть делаться кондитерские изделия, там, мучные изделия. Он может применяться в супах, кашах, он может применяться при приготовлении мяса, он может применяться при приготовлении молока. Он может, ну, это универсально, рекомендую, вот я, например, кидать чай и кофе, кто пьет такие напитки. Вот, то есть, вот я пью со специями, ну, вот кто хотя бы вот постепенный переход. Еще совсем недавно у меня там больше присутствовала, это как была добавка к зеленому чаю, например. То сейчас у меня зеленый иногда добавка к чаю со специями. Mm-hmm. И кардамон, это для меня это вообще сейчас, если честно, это любимая, это такая специя, это я гурман. То есть кардамон может стоить, вы тоже тут есть определенная градация, как и $5 килограмм, так и может стоить там $100 килограмм. То есть это и есть на него всегда гурманы. В кардамоне содержится 5 вкусов из этих 6, все кроме соленого. То есть тут есть и сладкий, и горький, и терпкий. И это, как сразу винучу, то есть как его определять, он всегда должен быть зеленым, а там не желтым или еще какого-то другого цвета. Он должен быть, чем больше он зеленый, тем он свежее и лучше. Мы должны взять его, разжевать и почувствовать именно яркий аромат, который бьет просто нам по переносицу и вообще вот изменения во всем своем организме. Вот так отличают хороший кардамон. И кардамон – это растение, подарок для нашей пищеварительной системы, которая улучшает пищеварение и помогает именно, вы понимаете, извлекать вот эти полезные вещества вот, из пищеварительного тракта. То есть это и он, в чем еще уникальность, вот, например, кардамон, и потом кориандр еще вот на втором месте, я их затронул, вот, они... То есть все болезни вызваны какой-то выходом из равновесия одной из там энергии природы, всего 3. Вот. И вот эти растения, например, кардамон подходит вот всем трем видам нарушений, как и кориандр. Вот они действуют мягко, то есть, например, тоже при слабом пищеварении можно кому-то можно назначить и черный перец, а кому-то и красный перец. Но это европейцам это редкое явление, когда вот такое надо. То есть, но есть очень мягкие специи, которые вот кардамон и кориандр, которые действуют на пищеварительную систему, он еще также действует положительно на нашу вот мочеполовую систему. То есть это, которые лечат, смазывают, которые вот дают силы, омолаживают именно вот мочеполовую систему. Понимаете, это тоже вот своим растением силы. Понимаете, вот все вот находится в какой-то градации, имеет какую-то энергетику. Каждое растение, как и каждый человек. Вот. И вот те растения, которых мы назвали, вот, и я бы еще добавил имбирь, который вот завоевывает. То есть это все растения силы и растения, именно, которые находятся вот в позитивной энергетике. Понимаете? Имбирем можно даже лечить депрессии. То есть вот, все влияет также на наше сознание и вот это все такие благостные растения, то есть, которые вот хорошо для практикующих, ну, для практикующих лучше сухой імбирь. От я, до речі, це і хотіла вас ще раз уточнити, хоча ви вже сказали, це вже двічі ви сказали, і щойно підтвердили другий раз, що краще сухий імбір. Тобто, а якщо людина купила свіжий, порізала, кинула в чай, або ще часто роблять, заморожують, потерли і, значить, заморожують. Як ви ставитесь тоді в свіжому і замороженому вигляді? Замечательно. Ну, ви розумієте, часто от люди, которые пропагандируют японскую кухню, они говорят то, что вот они едят много рыбы. А вот мой учитель по аюрведе сказал, они едят много имбиря. У них на каждый прием почти имбирь. И говорит, имбирь там, он справится и с рыбой, и всем, чем хочешь. У нас у каждого должен быть в ассортименте именно имбирь. Но просто, понимаете, тут такой парадокс, что вот свежий имбирь, он более острый.
И то есть у него уже больше противопоказаний. Например, он полностью противопоказан при любом воспалительном процессе в любой части тела. Вот даже вот такое. То есть, понимаете, а сухой имбирь, он наоборот будет как раз вот, показан. То есть вот оно высушки меняет качество растения. Вот. Дуже цікаво, пане Олеже. У нас ще є тмин. І я відразу хочу поставити вам питання, про який же із видів тмину треба говорити в першу чергу, як такі, що кмин українською, правильно, імунітет. Тому що є ж кмин, кумин, зіра, так, яку в половки дають. Ось у нас, до речі, фотографія трьох відразу жменьки, так, три жменьки. Роз'ясніть. Смотрите, это как бы одно растение, просто как бы один класс подразделения аюрведы. И вот в книжке, где описывается каждое растение, это там и 1500 лет, то есть оно описывается как одно растение, но имеющее, потому что качество его очень похоже. И снова, понимаете, ну, например, зира, она просто более горячая. То есть она вот отличие от вот этих трех, а так они действуют основное снова вот на значение. Это одно из лучших средств, которое вот убирает слизь, которая помогает вот очищаться нашему организму, очищаться нашему пищеварительному тракту. И помогает вот переваривать такие вот страшные вещи. Представьте, сам по себе рис тяжелый, масло, жир, то есть мясо, все это вот и перевариться всему этому, я говорю о плове, и почему туда основная специя, там это зира. Просто зира, она сама по себе, то есть вот очень горячая, и она способствует, это такой, знаете, разжигатель. Но это касается всех трех. Просто тмин более, он в нем больше присутствует сладкий вкус, и он более мягкий. То есть вот тмина можно наоборот вот любые, при любых воспалительных заболеваниях. То есть даже, казалось бы, гастрит. Вот, и кто-то скажет, ему по-дружески, там, говорю, вот тебе лучше тмин, кардамон, вот такие-то попей, просто перед едой делай отвар небольшой, там, сделай сразу там литр, а потом по 50 грамм пей. Вот, и у тебя все пройдет. Вот. И это все, ну вот, реально работает, это все реально доступно, друзья. Это не надо не покупать никакие-то дорогие химические лекарства. Старайтесь, чем меньше вы... Потому что все это находится пока еще на уровне экспериментов над людьми, понимаете? Вот, а аюрведа – это наука, которая записана тысячи лет назад, и понимаете, вот в чем ничего не менялось. Если у нас можно книжки по медицине менять каждые 10 лет, и да, оно будет все время другое, то, понимаете? А аюрведа – это вот потому что качества в природе не меняются, не меняются специи, и вы затронули просто замечательную тему, просто как, вы понимаете, вот этот набор специй, вот десяток это специй, вот, которые у меня в чаю, то есть они могут заменить именно, ну, реально там 70% аптечки. Пане Олеже, це настільки цікаво, у нас просто, звичайно ж, час в ефірі обмежений. Я на підтвердження ваших слів, знову ж таки, дивлюсь в книжці, що у той же буряк нам, звичайно, всім знайомий вже і так за своїми корисними властивостями, можна класти, я порахувала, 20 спецій, ну, не одночасно, звичайно, а можна поєднувати, це таке порада. Тут і аніс, і асафетіда, і навіть ванілін, і що тут тільки не є. І той же кмин, і шамбала, вона ж феногрек, вона ж грибна трава, так? Пане Олеже, я вам дуже вдячна. Збори спеції – це окрема тема. І от самі кращі збори, які я сам кушаю, це от у нас в магазине «Роса», в аюрведе, потому что мы отбираем для себя. Ну, единственное, что відразу прошу глядачів і слухачів не вважати це в якості рекламу. Просто зрозуміло, звичайно, що ви, як людина занурена в це, ви дуже глибоко, звичайно, це все знаєте. І ви розумієте, я би посоветував. Я розумію, що ви не могли не сказати про це. Так. А так ми... У нас бізнес для друзів, скажімо так. Пане Олеже, я дуже вдячна, що ви приєдналися і справді не домовлялися, а виявляється дійсно, от я знаю, що ви п'єте чай зі спеціями і з'ясувалося, що він навіть у вас під рукою, коли ви даєте інтерв'ю телеканалу. Спасибі, пане Олеже. Зараз я в Туреччині і відпочиваю, і зі мною завжди. Ну, я можу показати от все... о чем я розмовляв, це от я можу показати, в мене все з собою. Тобто це такі речі, там в мене куркума з собою,
Так что я буду очень рад, если наши соотечественники благодаря вам заинтересуются специями, прочтут эту книгу, и жизнь станет сразу вот намного меньше серебряных болезней, лекарств. Принаймні додасться ще смаку і аромату. Я уявляю тільки, який може бути ароматний чай зі спецій. Спасибі, пане Олеже, бажаю всього найкращого вам. Дякую за інтерв'ю. Отже, друзі, про те, як використовувати, застосовувати спеції і як вони можуть впливати на імунітет, на організм, розповідав Олег Торгало, відомий експерт із питань аюрведи і голова громадської організації «Україна-Індія». Ну, а в студії для вас працювала Ольга Борсук. Я бажаю вам бути здоровими і щасливими. До зустрічі на телеканалі «Погляд».